Еще удобнее и быстрее. 8 новых автомобилей получила служба скорой медицинской помощи Югры. 2 из них приехали в Нефтеюганск. Ежесуточно скорую помощь жителям региона оказывают более 130 бригад, которые за год совершают около 500 000 выездов. На станцию скорой медицинской помощи Нефтеюганска поступило 2 автомобиля. Все машины марки «Газель Next» с удобным салоном и просторной медицинской зоной. Медтранспорт закупили по программе «Современное здравоохранение» для оказания первой помощи пострадавшим. В ее число входят выезды на дорожно-транспортные происшествия, а также вызовы на дом. В этом году регион закупил 21 единицу санитарного транспорта. До конца 2023 года ожидается поставка еще 13 машин скорой помощи в города Югры.